На Ямале 15 марта заработает единый окружной интернет-портал по отдыху и оздоровлению детей и молодежи. Его ключевые особенности – это автоматизированная интеграция сведений департаментов соцзащиты населения и образования, а также автоматизированная обработка заявок. Таким образом, время заполнения заявки в среднем сократится с 20 до 7 минут. Большая часть сведений будет внесена автоматически. Также на портале продолжит работать модуль мероприятия для увеличения охвата детей полезным развивающим досугом во всех муниципалитетах, где прошлым летом были размещены более 500 онлайн и офлайн мероприятий для детей от года до 17 лет.